Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, что преподнесет вам суббота. Ну, самое первое, что суббота преподнесет, девочки, это какую-то поездку и встречу с мужчиной. Для кого-то может быть новое знакомство в поездке. Мужчина шатен, с голубыми или зелеными глазами, такой обаятельный, очаровательный, мягкий, добрый, веселый, интересный, в общем, мужчина. Вот, страстную встречу я вижу, даже. Вот, может быть, вы поедете или как-то встретитесь, может быть, он вас куда-то пригласит на нейтральной территории, или, может быть, поедете вместе с ним. Вот, отдых я вижу, кроме того, некоторую даже закрытость. Такое ощущение, что мужчина будет вас куда-то звать, а вы будете отказываться, а потом скажете, ну ладно, так уж и быть, я поеду. Вот у меня такое ощущение. Еще какие-то планы серьезные у вас на субботу? Кстати, по поводу как раз таки этой встречи. Ну, с чем связан ваш какой-то отказ? Не знаю, с чем это связано. Вот. Но в итоге вы все равно поедете. Да, то есть я вижу встречу с мужчиной, или поездку с ним совместную, или поездку к нему. Вот. В общем, от мужчины какое-то предложение, но почему-то вы изначально откажетесь, потом поедете. Вот. Встречу с мужчиной я вижу по-любому, то есть в любом случае, в субботу. Кроме встречи с мужчиной, могут не отложиться какие-то ваши планы на субботу. Вот то, что вы на субботу планируете, они могут просто перенестись. Например, с первой половины дня на вторую половину дня. Там могут быть абсолютно любые планы. Вот. Ну и также поездка. Если вы с утра планируете куда-то поехать, вполне возможно, что поедете чуть-чуть попозже. Вот. Тоже все равно вижу встречу, отдых и встречу, скорее всего, с мужчиной. Если мужчины на данный момент у вас нет, то вполне возможно, что, скажем, в какой-то поездке или куда-то вы выйдете, куда-то пойдете, вполне возможно знакомство или даже встреча старого друга, старого знакомого. Вот. Но это не бывший мужчина, поэтому да, вот мужчина, с которым, скажем, вы знакомы, вот, и может быть вы встретитесь и решите куда-то сходить совместно.